Все отладочные наборы, выпускаемые компанией Микроэлектроника, имеют багажник перемирий, который имеет тип Поэтому Микроэлектроника предлагает большой выбор дополнительных модулей решений. Одним из модулей является МЕ, ММЦ, СТО. Дочерняя плата с ММЦ, МТ интерфейсом, который позволяет использовать карты обоих форматов для хранения данных, полученных в вашем системе. Например, далее данные можно легко перенести на ваш компьютер. При передаче данных между микроконтролем данной платы используется стандартный последовательный интерфейс SPI. Благодаря встроенному конвертеру напряжения на основе микросхем 74LVCT3245 плата может работать с микроконтроллером и с напряжением питания как 5 вольт, так и 3,3 вольта. Вывод необходимого напряжения легко осуществляется с помощью джампера МЕ-ММЦ-СД-Борд. Соединяется с основной платой с помощью десятипинного разъема и десятипинного. При подключении к сетевой плате, в зависимости от типа микроконтроллера, необходимо установить соответствующий переключатель в включенное положение. Например, для работы с платой МЕ-ВИК-ИК-5 в включенном положении должны быть установлены первый, четвертый и шестой переключатель. Необходимая документация с примерами программ доступна на сайте производителя.